Посетите свой военный штаб, чтобы забрать его. Замечательно. Всем привет, с вами Прия. Сегодня откроем PvP-сундучок и поделюсь немножко мыслями касательно текущей недели и вообще всего происходящего. Окей, рейтинг, можно сказать, приблизительно на том же месте стоит, но хотя бы в плюс. Хотя бы в этой игре он апается. Меня это радует. Окей, откроем сундучок, глянем, что выпадет. Ушка. Ушка 465-я. Не, ну, это, конечно, классно, круто. Потенциально даже карабт хороший, да, для ПВЕ. Но этим левел пушки маленькие, поэтому просто плюс 140 голды. Голд фарм в полном своем масштабе, как говорится, в полной своей реализации. Окей. Фарм эссенции 4 левела идет полным ходом. Все замечательно, все классно, меня это радует. Спасибо огромное чатику на Твиче, именно человечку. Может, не вспомнить, с каким никнеймом, сори, за аддон, который позволяет вот так вот, хоп, клик сделать, и эссенции меняются. Ну, если в зоне отдыха, конечно, находишься. Аддон очень хороший и действительно классный. А касательно эссенции 4 левела, ну, что я могу сказать? Раздор фармится, жизненная сила, вроде бы мне подсказали то, что там... Какая-то пати в пятницу собирает мифика с шару, можно с ними попробовать. И то, что босс прям самый-самый сложный, и сложнее босса ни в каком контенте не было. Окей, посмотрим. Введение совершенства, может быть, найду пати себе. Сегодня в теории среда, и можно найти пати вообще замечательная, классная. К тому же опыт ХМ Мехагона есть, но там ребятки наумирали на ласте, не смогли кнопки нажать. Но этим РНЖ занимаются, как я правильно понимаю. Вот, я чисто стою, босса пинаю. То есть от меня там почти ничего не зависит. Но также рассказали о том, то, что все это дело можно немножко багнуть и нажать вообще кнопку, пульт этот в самом конце боя. Не знаю, окей, как там пати захочет, так и сделаем. Касательно пространственной ряби. Сколько там сундучков-то открыто? 19? 19 сундучков открыто. Осталось еще 6 штучек, то есть по факту мне нужно потратить всего лишь 270 минут чистого времени, чтобы доделать пространственную рябь. Хорошо, одну эссенцию я точно делаю на этой неделе, видение может быть, жизненная сила может быть. Да, убить эс-шару можно, но упадет ли эссенция? Вопрос еще в этом. Касательно раздора... Ну, PvP играется потихоньку, что-то сижу, что-то думаю, что-то касательно версы немножко поднимаю, в курсе касательно новости о сокетах, там довольно-таки весело все происходит, надо будет внимательно изучить еще, может, что-то извлеку для себя интересного. Ножки нужны, пати на Радану никто не собирает в мифик, все уже рейдить перестали, рейдить не с кем, ноги дропать неоткуда. Ну окей, в теории даже если я их дропну, я их сразу же надеть не смогу, потому что гашинга нет. И то есть мне придется ждать 1 сентября? Ну окей, ладно, 2 в европейском регионе. Придется ждать числа, чтобы гашинг зачарить. То есть эхо есть, все нормально касательно этого. Просто дропну ноги с Радана и зачарю на кровоточащую рану, гашинг ваунд. Если это не произойдет, ну, буду с кузнечки тянуть 470-е. В принципе, это тоже довольно-таки неплохо, как мне кажется. А так... Ну, нормально, все хорошо. Все чудно. Тринкеты замечательные. Там за бурст некоторые ребятки умирают. Меня это радует. Винрейт более 50%. Да, получается 232 на... По 94? Или я считатель разучился? Не, ну да, более 50%, даже 60%. Круто. Вот это да, вот это жестко. Окей, хорошо, это все мои мысли на текущую неделю. Касательно стримов, чекайте ВК-группу, может, найдете для себя что-нибудь интересненькое. Не забывайте чекать YouTube, ссылочки абсолютно все есть под всеми видосиками. И также, если у вас есть желание походить с нами в бзду, все происходит на стриме, но заранее вам все-таки нужно там зайти в Discord, сделать некоторые интересные требования. Зайдите, чекните, не поленитесь. Маунта дропнуть вообще не проблема.
Бзда — это легкий рейд. Если вы умеете нажимать 1, 2, 3 и умеете слушать вообще происходящее, то все нормально будет. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. До скорого!